автомате положила. Да. Два тюбика. Правильно, это хорошо. Слушайте, не пальтесь, не бинтуйте. Она писает. Не надо. Оставьте вот это сверху и все. Тань. Потом я встанет. Я вижу, пусть писает. Не надо. Нам надо убирать уже все, вытаскивать. Да. Вытаскиваем? Если это хорошо, почки работают. Она сейчас быстро выведет. Да ладно, вы чего вы трогаете-то? Чего? Сейчас все потечет под нее. Она еще кусит. Оставьте вы, оставьте. Это же медведь. Порвет, наверное, она рвется. Да, и будет у нас и наружу. Чего, голову подержать? Сколько она весит сейчас? Больше 100. Больше 100? Была, приехала 70. Потапчик, привет. Вот тебе невеста, подруга. Все, я специально вижу. Это мне приятно. А где же ногти? Что, ногти не нужно? Так она стерла. Да, них может нет, перенять есть. Можно брать тоже? Щиток? Да. Не знаю. Щиток, будет наверное. Она идти щиток? Потом достанем и закроем ее в перегонке, и вытащим. Это. Чего мучить-то? Храпит. Осторожнее, она просыпается. Да она растолстела, ты что? В 2 раза. Вадим, а? Это что ты мучаешь животное, которое спит? Все. Давай, сейчас экскурсия должна приехать.